Всем привет! Вы находитесь на просторах портала «Помидорка за решеткой». На ваших устройствах воспроизведение «Дайджест Indigo». И сегодня его ведущим буду я, Владимир Иванов. Сергей Белусов заболел, поэтому провести выпуск не сможет. Давайте же пожелаем ему быстрого выздоровления и сразу перейдем к горячим новостям из индустрии инди-игр. Поехали! С момента выхода первого акта игры Broken Age прошел почти год. За это время все, кто хотел ее пройти, уже сделали это. И вот теперь те, кому понравился данный проект студии Double Fine, ждут продолжения в виде второго акта. Если же вы впервые слышите о Broken Age, то считаю нужным кратенько вам о ней рассказать. Это приключенческая игра, в которой нам предстоит управлять сразу двумя персонажами, парнем и девушкой. Они одновременно оказались в интересной и похожей ситуации. Вся соль при этом в том, что живут герои в абсолютно разных мирах. Нам же, как играющему, необходимо взять их под свой контроль и помочь справиться со всеми проблемами. Проект завлекает довольно интересные идеи, загадками, графическим оформлением и, несомненно, актерским составом. В озвучке игры приняли участие Элайджа Вуд, Джек Блэк, Дженнифер Хейл, Уилл Уитон и Пендлтон Уорд. Привет любителям Adventure Time! Первый акт вышел на просторах Steam 28 января. Второй ожидался в конце этого года, но буквально недавно из Double Fine пришла информация от Грега Риса. Он сообщает, что второй акт вошел в стадию альфа-тестирования, так что до выхода ему еще далековато. Проекту необходимо, так сказать, настояться, чтобы он смог впитать в себя все, что хотят разработчики. Так что если вы с нетерпением ждете продолжения Broken Age, то советую мониторить форум Double Fine. Скорее всего, там частенько будет появляться новая информация касательно игры. Ах да, нам обещают от 8 до 12 часов геймплея, что раза этак в 4 больше, чем было в первом акте. В минувшие выходные прошел PlayStation Experience, ивент, на котором разработчики показывают свои проекты, которые они готовят для приставок от компании Sony. В показе участвовало множество проектов как инди, так и из крупной индустрии. Но одна игра выставки заинтересовала любителей независимых проектов куда больше, чем все остальные. Речь идет о U2K. Это проект студии ACKK. U2K создается в стиле японских RPG. Знающие люди уже поняли, как это играется. По сюжету нам предстоит взять на себя роль Алекса Эгглстона, безработного паренька, который пытается расследовать странную смерть девушки в лифте. Начать он решает с поиска информации в интернете. Но после непродолжительного промежутка времени он понимает, что вопросов стало больше, чем ответов. К тому же в истории с лифтом начала мелькать какая-то странная машина, именуемая «смертельное такси». Поэтому Алекс решает перейти от теории к практике, дабы найти убийцу, а также ответить на все вопросы, которые появились в результате расследования. Теперь же о том, почему эта игра так заинтересовала общественность. Все дело в том, что начинается игра стандартно, но постепенно главный герой попадает в параллельные миры и другие измерения, сражается с разнообразными невообразимыми существами и так далее. В общем, начинается не пойми что, и именно вот это и привлекло общественность. Проект обещает выйти в начале следующего года для PlayStation 4, Wii U, PlayStation Vita, Windows, Mac и Linux. В начале прошлой недели стартовал довольно интересный ивент – Advent of Indies. Проходить он будет уже в третий раз. Впервые же общественность узнала о нем в 2012 году. Суть данного ивента в том, что различные независимые разработчики выкладывают на странице сайта свои игры. Одну бесплатную и одну платную, которую можно либо купить, либо попытать счастье и выиграть ее. Вот в принципе и все правила Advent of Indies. Данный ивент будет проходить в течение 24 дней. В конце студия-организатор Red King Games, которая недавно выпустила Трай, обещает нам что-то интересное и довольно крупное. Ну а пока мы ждем, советую каждый день проверять официальный сайт события. Почему? Ну так вы сможете посмотреть и скачать довольно интересные бесплатные игры. Ну а если же хочется порадовать себя к Новому году, то можно и платную игру купить. Хотя советую все же попытать счастье и оставить заявку на бесплатное получение игры. А вдруг повезет? Ссылку на Advent of Indies вы найдете в описании. В
В Indiegogo частенько случается так, что сперва игра мелькает в заставке, и лишь через пару выпусков о ней рассказывается в Kick and Go. Сегодняшний проект данной рубрики не исключение. Прошу любить и жаловать Americana Down. Это классическая JRPG, которая погрузит нас во времена колониальной Америки. История крутится вокруг Фостера, духа моря, который хочет найти свое место в жизни. Но у судьбы свои планы. Он оказывается на войне, да притом не одной тех, что произошли за 2 века. За это время нам от лица Фостера придется повидать немало. Друзья, с которыми вы воевали, вдруг неожиданно будут становиться врагами. Люди, которые вам близки, будут уходить из жизни. А все для того, чтобы построить Америку и сделать ее той, какой мы ее с вами привыкли видеть. В первую очередь, когда речь идет о JRPG, становится интересно, а как же здесь сражаться? Казалось бы, система, которая работает со времен Chrono Trigger, Grandia и Fire Emblem, еще ни разу не давала усомниться в своей шикарности. Но разработчики из студии BitBonton решили, так не пойдет. В итоге боевая система в Americana Down поделена на 2 части – микро и макро. Начнем, естественно, с той, что поменьше. Микробитвы в игре играются на основе сетки, по которой ваши персонажи и противники могут перемещаться. Такие сражения не обладают масштабностью, но иногда заставляют попотеть благодаря огромному количеству сильных противников. В микробитвах есть возможность задействовать сразу всех ваших персонажей, чтобы они выполняли особую атаку. В остальном же каждый из героев будет использовать индивидуальное орудие, умение владеть которым будет прокачиваться по ходу игры. Теперь же поговорим о макробитвах. Все крупные сражения в Americana Down опираются на реальные битвы, но разработчики так умело встроили их в мир, что вам будет казаться, будто столкновение 2 сторон вышло случайно. В принципе, эти битвы выглядят так, как и должны в JRPG. Нам, как играющему, дозволено управлять различными классами войск и за счет всяческих преимуществ попытаться победить. Это может быть как и численное преимущество, так и опора на окружающее пространство и погоду. Все зависит от того, как вы любите играть. В проекте множество персонажей, и за 2 внутриигровых века вы увидите их развитие в личностном и эмоциональном плане. И согласитесь, что только это уже делает мир Americana Down живым и развивающимся. Если вы хотите узнать о проекте подробнее, а также узнать, сколько было собрано денег на данный момент, то ищите ссылку на компанию в описании. Любите физические пазлы? Тогда попробуйте Particulous. Если хотите немного убить время, то обратите свой взор на PK Ninja, игрушку от создателей Boredom. Один из наших старых знакомых, проект The Old City Leviathan, наконец-то вышел в Steam, советую попробовать его. Проект Ultra World наконец-то вышел в Steam, обязательно ознакомьтесь с ним. Приключения ждут вас в игре Potato Man Seeks the Truth. Вот и все самое интересное, что произошло на прошедшей неделе, а я же с вами прощаюсь. Но если информации вам оказалось мало и вы хотите знать больше, то не пропустите новые выпуски новостных дайджестов. Самые главные события индустрии в нашей игровой ленте. Если же вы любите ММО и жаждете быть в курсе всех последних событий, то смотрите быстрый смотр. Ну а если вы мобильный игрок, то советую наш новый дайджест PZR Mobile. Ну а вы смотрели Indiegogo, его ведущим был я, Владимир Иванов. Всем пока!